В Адыгее сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который планировал устроить серию терактов. Дома у подозреваемого нашли элементы самодельной бомбы, которую он собирался привести в действие в одном из торговых центров. Флаг запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, а также карту города, на которой были отмечены места, в которых боевик также планировал устроить взрыв. Кроме того, у него обнаружили поддельные миграционные документы. В отношении задержанного уже возбудили уголовное дело. Цель прибытия.